Ноториус Конор Макгрегор. Я расчищу этот дивизион, я сказал это, и я сделаю это. Ирландия, детка, мы сделали это. Да! Некогда чемпион одновременно в полулегком и легком дивизионах UFC. Мечта стала реальностью за ирландцев, правящих игрой. Король мира единоборств потерпел крах из-за последствий своих нарушений. Боец ММА Конор Макгрегор был арестован. Это было вооруженное нападение. Он с ума сходит. Что это за криминал? Это перебор. Ударил из-под тяжка 60-летнего мужика. Он заверил судью, что ничего подобного больше не повторится. Будет ли он вновь биться? Но если кому и под силу восстать из пепла, это некогда простому пареньку, ставшему иконой ММА. И Макгрегор нацелен вернуться в форму. Знаете, я бы мог сказать: ой, старый Конор вернулся. Я всегда оказываюсь на вершине. Но это прошлое, я сфокусирован на настоящем. Сюрприз, сюрприз, ублюдки. Король вернулся. Оживление карьеры произойдет в полусреднем весе 19 января против знакомого легковеса, рекордсмена по количеству побед в UFC, Дональда Ковбоя Серроне. Это бой, который все хотят увидеть. Мы идем на войну, детка. У него и шанса нет, так что пусть уносит свою мелкую английскую задницу. Долгожданный хедлайнер возглавит плотный карт, в коумейн-ивенте которого состоится рематч между бывшей чемпионкой легчайшего веса Холли Холм и бойцом из топ-5 Рикел Пеннингтон. Плюс бразильская восходящая звезда Карлос Диего Феррейра столкнется с бывшим чемпионом легкого веса Энтони Петтисом. Но перед тем, как мировой лидер ММА ярко начнет Новый год, сначала подготовьтесь к обратному отсчету UFC 246.